Привет, дорогие друзья, с вами Локи, и это прохождение «Принц Персии. Пески Здесь времени». Никого нет. Мы добрались наконец-таки до этих песков. Теперь взберись наверх песочных часов. Хорошо сказать, как забраться-то на них. Так, наверное, вот отсюда. Аккуратненько. Оп. У тебя получилось. Возьми кинжал и ударим в центр купола. Армия моего отца разграбила твой дворец, сделала тебя рабыней. Что? У тебя есть все причины ненавидеть меня. О чем ты говоришь? А теперь ты хочешь, чтобы я поверил тебе? Не останавливайся, у нас нет времени. Кидай мне этот кинжал. Кинжал! Он не должен взять кинжал! Я стоял лицом к лицу с моим врагом. Я смотрел в его глаза, и я потерял все. Рок. Как ты мог? Кинжал был в твоих руках. Почему ты колебался? Ты считаешь себя умнее всех, но ты ничуть не лучше других. Эти солдаты, все, что они могут, это сражаться, уничтожать. Почему я доверилась тебе? Почему ты не поверил мне? Извини. Где ты? Я здесь. Возьми мою руку. Не уходи. Я не хотела говорить этого. Нет, ты права. Все это произошло по моей вине. Я жаждал чести и славы. Это я навлек эту беду на нас. Ты мужественный и добрый. Если уж такова наша судьба, по крайней мере, кинжал будет похоронен вместе с нами. И мы навеки будем вместе. Что это? Ничего. Ты дрожишь? Я просто не люблю замкнутые пространства. Должен же быть какой-нибудь выход отсюда. Когда я была маленькой, моя мама сказала мне секретное слово. Она сказала, что когда мне будет страшно, мне нужно просто произнести это слово, и откроется волшебная дверь. Я никому не говорила об этом. Я понимаю, почему. Это самая несерьезная вещь, что я слышал. Что это было за слово? Какалукия. Какалукия? Это ты сделал это? Нет? Фара? Вот так вот, дорогие друзья. Часы были у нас в руках. Фара? Мы оказались в какой-то Какалуки. И теперь, походу, нам придется опять как-то пробираться к часам. Фара пропала. А у меня уже кружится голова бежать по этому спуску вниз. Ну сколько ж можно-то? Мне порой кажется, что он никогда не закончится. Не, ну серьезно, ребят. О, вот.
вот и спуск. Где ты? Ох, разве это не прекрасно? Что прекрасно? Где ты? Вот это головоломка, друзья. Надо как-то узнать теперь, где она. Если бы мы только могли остаться здесь. Что ты делаешь? Я ищу тебя! Что за... Так, понятно, друзья. Давайте тогда начинать по порядку. Какого? Какого вот именно? Так, в эти двери мы заходили. В самом начале мы в какую пошли? Вот в ту, да? Если давайте по центру тогда. Где ты? Фара! А вот это? Хорошо. Остается, друзья, одна дверь. Если я не ошибаюсь, вот это. Должно быть, это не просто так. Хорошо. Тогда вот это. Хорошо. Чего ж хорошего-то? Где ты? Где ты? Хорошо. Видимо, здесь нужно так пройти, что когда мы заходим в эту дверь... Где ты? Я здесь. Где-то здесь. Тут... Да. Фара? Может, нам искупаться? О чем ты говоришь? Где ты? Где ты? Обними меня. Я не вижу тебя. Тут, что ли? Так, мы поднялись. Что за... Хорошо, это уже становится смешным. Фара? Просто обними меня. С кем ты говоришь? Не в ту дверь зашла. Я ждала так долго. Ты слышишь меня? Не в ту дверь. Вот сюда, наверное. Есть. Почему ты ведешь себя так отчужденно? Вот из этой двери, мне кажется. Да. Фара? Фара? Так, она замолчала, это уже становится серьезно. Фара, где ты? Я здесь. Твою мать. Бесячая головоломка. Где ты? Я здесь. А где я? Я тоже здесь. Где ты? Фара, где ты? Я здесь. Где ты? Я здесь. Ну, тут, я надеюсь. Да. Как прекрасно. Иди сюда.
как Луки. Это было реальностью? Или сном? Нет, просто если фара тебя обворовала по ходу дела. Нам обоим. Я знаю, что это было так. Ага. Молодец. Фара. О, нет. Принц, какой же ты лопух. Ну, а теперь надо искать фару, дорогие друзья. Опа. Придется их оббегать как-то. У нас же ни оружия, ничего нет. О, нет! Угу. Так просто его не взять. Ладненько. Давайте тогда смотреть, куда и что здесь можно двигать. Идет луч у нас сюда. Отсюда у нас идет луч. Сюда. Ну-ка. Есть. Так, 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 так. Нет. Видимо, все-таки не так. Давайте попробуем его как-то перенаправить, что ли. Так. Так. И сюда как-то должен попасть, да? Нет, это тоже не вариант. Ага, вот как. Скорее всего. Так, а вот этот-то куда он светит вообще? Ха! Ха!
вот. Наконец-то. Нашли хотя бы меч себе. Довольно-таки крутой. Да ладно, ладно тебе. Что, интересно, мы не можем сделать? Дверь разрубить не можем? Можем, просто в клочья. Теперь надо на самый верх, вот сюда. Фара! Господи, ты что так орёшь-то? А, смотрите, у нас же нет кинжала, всё поэтому теперь мы не можем время вспять возвращать. Неужто заново? Да что ты будешь говорить? Ой-ой-ой. Ой-ой-ой. Давайте-ка выходите, ребятки. Пипец. И получается заново кинжал тут настраивать. Ну да. О, нет. Ну да. Так. Дорогие друзья, сейчас будем... Ага, это есть. Так, теперь вот это сюда. Уже по-быстрому хотя бы знаем, что и как. Так. Меч мы получили, ладно. Так, где дверь? Дверь у нас тут. Отлично. Это мы уже смотрели. Ну, давайте, друзья, аккуратненько. Фара! Торопиться не будем. Оп. Нифига себе, друзья. Смотрите, этот меч с удара убивает всех. Вот это круто. Но сколько будет врагов? Потому что у меня чувство, что они бесконечные. Нет. Все-таки предел был. Вот такой бы меч с самого начала игры и... Мне кажется, мы давно бы ее уже прошли. Готово. И я начну свою историю отсюда в следующий раз. Ну вот, друзья, и последние 10%. Так, давайте смотреть, куда нам тут надо. Здесь мы вверх пробежаться-то можем. А, вот балки. Да, Фара, конечно, молодец. Хорошо обдурила принца. Так сказать, отдалась ему, продалась. И пока он дрых, стырила все его клинки... И оставила ни с чем. Ну, а теперь давайте узнавать, как нам тут ползать и куда. Пока направление верное. Так, поглядим. Ага. Так. Хорошо. А отсюда-то куда? Вот туда, видимо. Да.
Промахнулся. Не попал. Все случилось не так. Здесь уже, конечно, друзья, опасный момент. Опасный тем, что нет у нас возможности возвращаться назад с помощью клинка времени. Но придется пробовать с первой попытки, так скажем. Пополняем здоровье. Так, я не понял. А ты что это тут делаешь? Видели, друзья? Она тут стояла, ждала что-то. Нормально. Так, давайте смотреть. Ага. Так. Сдвигаемся по центру. Будем еще чуть левее. Вот так вот. Теперь, я думаю, мы попали, да. Все, с этими уже проблем не будет. Так. А здесь еще партия монстров. Вот она скользкая. Она должна быть использована кинжал. Фара, будь осторожна! Не используй весь песок! Хотя бы бои, друзья, стали полегче. Теперь нет такого напряжение с этими врагами. Но попасть они все равно могут. Но наше любое попадание по ним заканчивалось смертью. Да, сохраняемся. Ну что, дорогие друзья, я думаю, в следующей серии мы уже будем заканчивать эту замечательную игру. Так что оставайтесь на канале. С вами был Локи. Всем спасибо за просмотр и пока-пока.